Я думаю, вы это слышите. Ну и вот он снова затрещал. Сука. Такое дерьмище. Блин, я в шоке. Если, блин, сейчас к обороту убавить, опять перестал затрещать. Опять начал трещать. Короче, веселый кулер. Ну, в общем, вот это говно. Рекомендую не покупать. Задолбайтесь на новые менять. То есть, короче, в чем прикол? Трещат они, короче говоря, изначально практически, причем со временем трещать начинают сильнее, причем при добавлении оборотов они трещат еще громче. Но я думаю, там на записи, в принципе, было бы слышно, я надеюсь. В принципе, в начале слышно этот треск. При этом они, один этот кулер шумит громче, чем два на моей водянке. То есть он перебивает своим шумом даже на низких оборотах. Это вообще дичь такая, просто трындец. Вот этот, блин, поработал, затрещал. Вот этот я, блин, короче, тоже, он изначально работал, но с треском я его разломал. Там, короче, просто обычные магниты, то есть там ничего особенного нет. Ну, а там пустая коробка, короче говоря, тот, который сейчас стоит в корпусе. У меня их было изначально 4, но все 4, короче говоря, изначально с браком. То есть я тот вернул один, короче говоря, а эти вот остались. Ну, в общем, говно вот это никогда не покупайте, вот эти кулера дипколовские, это вообще дичь полная. Они ни хрена не тихие, изначально бракованные. То есть из 4 кулеров все бракованные, но это жесть. Как говорится, первый раз это случайность, два это совпадение, а три это уже закономерность. Так что вот такой вот отзыв об этих кулерах. Ну их, короче, нахуй.